Все главные новости Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Милицейский протест. Чего требуют бывшие милиционеры и почему в ведомстве забыли о старых кадрах? Переплатить миллионы. Почем МВД новые машины покупают и почему цена далеко не рыночная? Бил или не бил? Кому из нардепов грозит очередной скандал и что «Слуга народа» не поделил с правоохранителями? Прошлись по декларациям. Кем заинтересовалась НАБУ и кому из чиновников уже пора бояться из-за честно нажитых миллионов? ЧП в Чернигове. Среди бела дня в центре города рухнул целый подъезд общежития. В здании находились люди. Сейчас известно о 7 пострадавших. Под завалами, по предварительной информации, остаются еще 2 человека. Одного из них спасателям удалось извлечь. В каком он состоянии, пока не сообщается. Наталья Савченко подробнее о случившемся. Какая у вас комната? Подъезд общежития по улице Попудренко превратился в руины почти мгновенно. Около 4 вечера обвалились перекрытия между этажами. Внешняя стена четырехэтажки сложилась как карточный домик, говорит Елена. Ее квартира на другой стороне здания. Во время обвала женщина была дома. Мы не поняли, а тут бежать, все кричат, что стенка обрушилась. И песок. Девочка тут бегала, Маринка. Она вся, она вылезла, она в душе была. На месте продолжает работать почти сотня спасателей. 7 пострадавших с травмами разной степени тяжести увезли в больницу. Руины продолжают разбирать. Заходить в полуразрушенное здание опасно из-за риска нового обрушения. Под завалом в душевой оставались 2. 17-летнего мальчика удалось вытащить только через 3 часа. Говорят, что это самое, там дитё где-то было в душе, туалете. В туалете вроде бы дитё было. Так, значит, она выскочила. Нет, так то девушка выскочила, а еще да, ребенок это самое остался. Спасатели уже озвучили предварительную причину разрушений – взрыв газа на 4-м этаже здания. Но жильцы в эту версию не верят. Говорят, на аварийное перекрытие и трещины жаловались давно и безрезультатно. Последний раз вызывали ЖЭК сегодня утром. Там пообещали завтра прислать комиссию. За день сюда никто не пришел. Ни инженеры, ничего. Я только видела пьяных сантехников. Сегодня жителям будет где переночевать, обещают чиновники. Искать виновных в трагедии приедет уже новая комиссия. Наталья Савченко, подробности. Телеканал Интер. Акция пенсионеров, милиционеров. На улицу они вышли практически во всех областях. Перекрывали трассы и требовали пересчитать им пенсии. Чего еще добиваются бывшие сотрудники МВД и на что готовы пойти, если их не услышат? Далее в нашем материале. Ривненская область, трасса Киев-Чоп. Ветераны МВД блокируют движение машин. Чтобы избежать заторов, патрульные пытаются направить авто в объезд. Но участники акции перекрывают и эту дорогу. Образуется пробка в несколько километров. Нами буде вжито заходів щодо додаткового попередження останніх про кримінальну відповідальність, а саме блокування транспортної комунікації. Затор и в Черкасской области. Бывшие милиционеры перекрыли дороги сразу в 4 районах. Большинство собрались на все той же трассе Киев-Черкасы. Маршрутки, скорые и военные машины митингующие пропускали. На дорогу, говорят, вышли, чтобы добиться пересчета пенсий. По закону их должны уравнять с выплатами нынешних полицейских, которые будут выходить на пенсию. 1200 пенсий. При уплате за коммунальные услуги 2-3 тысячи. Это нормально? Люди тоже забрали нас. Все забрали, оставили, выкинули нас за борт дороги. Вообще, никто нас вообще не понимает, и вообще мы мусор зробилися, и все. Нынешние полицейские с бывшими милиционерами согласны. Я не вважаю, что пенсия в 1500 гривен – это гідна пенсия для працівників, які віддали 20 и больше років для службы в милиции. В профсоюзах уверяют, закон о пересчете выплат для пенсионеров МВД был принят еще в декабре 2015 года. Вот только выполнять его никто не торопится. Через использование телефонного права, через тиск на судів эти решения не принимаются. Не приймаються. Людям просто не платять. А в судах, и навіть якщо ми виграємо суди, ці судові рішення кладуться під килимок і про людей забувають. Ми хочемо виконання закону.
Свою акцию провели и ветераны МВД в Полтавской области. Их требования касались не только пересчета пенсий. Перша вимога – це відставка міністра органів внутрішніх справ України Авакова. Наступна вимога – це щоб Верховна Рада включила на розгляд законопроект 4441, щоб поліції також поновили права на 50% знижку на комунальні послуги. А вот в Крапивницком пенсионеры с милицейскими погонами пределы города покидать не стали и перекрыли центральную улицу. Около часа ходили по пешеходному переходу, пропуская только троллейбусы. Участники пикета во всех городах предупредили, дают время правительству и парламенту до 20 декабря. Если их требования не будут выполнены, обещают бессрочные акции протеста в регионах и поход к Верховной Раде. Анастасия Старовойт, Инна Белецкая, Елена Брынза, Станислав Кухарчук. Подробности телеканал Интер. А пока бывшие милиционеры перекрывают трассы в борьбе за несколько сотен гривен, нынешние полицейские вот-вот будут колесить по этим трассам на новеньких Митсубиси. Экологические кроссоверы обошлись в баснословные суммы. Во всяком случае, так утверждают активисты. Арифметика от МВД в материале наших корреспондентов. Почти четверть миллиарда на ровном месте. Первый экологический кроссовер для украинских полицейских может обойтись втридорого. Эксперты-антикоррупционеры подсчитали, на каждой машине навар больше 10 тысяч долларов. Активист Алексей Тамразов показывает, во сколько бы ему обошлась такая роскошь. Это базовый автомобиль, который можно завтра приобрести в Німеччині. Я связывался уже с дилером. Цена на него 33 тысячи евро. 33 450 евро – это цена с податками в Німеччині. Если ты его вивозишь до Украины, то відраховується ПДВ, и цена 28 тысяч евро. Есть очень много разных сайтов с розрахунком митної вартості. Мы вказываем 28 200 евро без податку. Отримує 37 865 евро. За курсом на сегодня это близко 40 500 долларов. Тобто це той самий автомобіль, майже той самий, навіть кращий автомобіль, який поліція хоче придбати за 57. Тобто різниця 17 тисяч доларів. Вот пример из Великобритании. Ставки налогов там и у нас почти одинаковые. Только в Англии цена авто почти 44 тысячи, в Украине 57. Почему такая разница? Возьмем Германию. На официальном сайте производителя базовый автомобиль стоит почти 40 тысяч евро. Но в полиции опубликовали свои расценки. На своем сайте даже нарисовали таблицу с сравнением цен в Украине, Латвии, Польше и Болгарии. Указали, мол, все суммы за базовую комплектацию. Но эксперты проверили. Это не так. Вони приводять ціни, які вони оприлюднюють, вони розширеного комплекту, да. А купують вони в базовій комплектації. Ми припускаємо, що насправді є завищення. Тем более нацполиция закупает 635 штук, то есть можно рассчитывать на оптовые цены. Однако получилось наоборот, с наценкой почти в 30%. Но и на этом история не заканчивается. Есть еще одна странность, говорят эксперты. Тендер проводился через систему Прозорона. Приняла в нем участие только одна компания. Получается, требования писали под конкретную машину и даже под конкретную компанию. Вимоги данной закупівлі обмежуют інших потенциальных участников. Там есть такие... технічні вимоги. Відповідно, інші постачальники не можуть запропонувати такий автомобіль. Поки що все зводиться лише до Mitsubishi. Mitsubishi – це Ніко. Ніко Діамант – лише автоімпортер на території України. Компанія, оказывается, тісно зв'язана з Народним фронтом. Розпорядник коштів є Міністерство екології. Як відомо, Остап Семерак є член Народного фронту, міністр МВД теж майже голова Народного фронту. Постачальник автомобілів, засновник є пан Ніколайчук. Там є пан Гнатишин, наскільки я пам'ятаю. Він з дослідження мого колеги, він є однокурсником голови, брата голови Народного фронту. Він на початку 2000-х років мав якийсь бізнес, чи юридичний, чи якийсь бізнес разом з Петренком. Чи випадково, що саме ця компанія виграє останні два роки всі постачання автомобілів до МВС? Майже всі. Эксперты-антикоррупционеры уже требуют от нацполиции отменить результаты этого тендера. Есть вопросы и к цене, и к тендерным требованиям. Ведь авто закупается для нужд обороны. Каких – непонятно. Пока еще договор о покупке не подписан. Но если это случится, активисты обещают подавать и в антимонопольный комитет, и в правоохранительные органы. Продолжение следует. Анна Каменева, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.
Хмельницкой области сотрудники спецслужб сегодня обыскивали фирмы, к которым якобы причастен народный депутат. Кто именно, что интересовало СБУ и почему один из сотрудников службы оказался на больничной койке, узнавала Ольга Поломарюк. Все началось с самого утра. Сотрудники СБУ пришли с обыском на хмельницкое предприятие «Витагра», которое связывалось с нардепом из группы «Воля народа» Сергеем Лобазюком. Пришли, поскольку по оперативным данным, через эту фирму чиновники облавтодора отмывали государственные деньги. Оперативники установили, на протяжении 2 лет они зарабатывали на ремонтах дорог. Заключали договоры с частными предприятиями в обход тендеров. Деньги брали, а ремонты делали кое-как. Освоили почти 100 миллионов гривен. В СМИ утверждают, контролировал действия чиновников «Автодора» якобы Лобазюк. Именно он требовал согласовывать объекты ремонта и стоимость работ. Об обысках сообщили сегодня в СБУ. Пресс-секретарь ведомства на странице Facebook написала, во время следственных действий одного из оперативников побил нардеп. В результате СБУшник оказался в больнице. Госпитализовали до нас родину в разобиении головного мозга. Зараз обстежується. Я конкретно чоловік свідомості, все розмовляє, я конкретно вам нічого не можу ще поки сказати. И хотя в СБУ не назвали имени нардепа, в прессе его обнародовали. Бил, по данным СМИ, именно Сергей Лобазюк. Сам он утверждает, все это фейк и никакого штурма «Витагра» не было. Звичайно, це абсурд. Бійки не було взагалі. Була штовханина, і я не приймав ні участь. Сьогодні цей силовий варіант говорить ще раз про дикість, зверхність. И, напевно, какую-то постановку задачи. СБУшники пришли с проверкой в службу автомобильных дорог. Чиновники немногословны. Никакого раскрадания пока что нет. Просто идут следующие действия, а по концу кінцевий результат покаже своє. Чиновники уверяют о растратах госсредств и знать не знают. С Лобазюком не сотрудничают. Я что, на вертолете летаю? Чи Бентли у меня стоит? То йдеться, то, знаєте, домисли можуть бути різні. Перевірка йде, перевірка покаже. По факту избиения сотрудника СБУ в местном райотделе полиции уже открыли уголовное производство. А вот будет ли продолжение этой скандальной истории, увидим. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Хмельницкая область. Беглый нардеп, тоже, кстати, выходец из «Воли народа», Александр Онищенко, в розыск Интерпола так и не объявлен. Ранее его адвокат Олег Ищенко сообщил СМИ, что бюро усмотрело в деле политический мотив, поэтому в розыске отказало. А в украинском представительстве Интерпола эту информацию ни опровергнуть, ни подтвердить не смогли. Сам беглец, по информации издания Deutsche Welle, сейчас в Германии, несмотря на действующий ордер на арест, пытается разблокировать счета одной из своих компаний. В Интерпол по розыску Онищенко, напомню, обратились и украинские правоохранители, и адвокаты нардепа. Они и утверждают, что в деле есть политическая составляющая. А вот что говорят правоохранители. Жодної відповіді від Інтерполу щодо відмови чи не відмови Онищенка в міжнародний розшук не було до цих пір. Це, що писали там деякі інтернет-змі з посиланням на певних людей, м'яко кажучи, не відповідало дійсності. Це питання може бути розглянуто наприкінці січня. Разошлись пути дороги. Нардеп от «Батьківщины» Надежда Савченко сегодня собрала журналистов на Софийской площади в Киеве, чтобы прояснить, о чем говорила в Минске с лидерами боевиков. Утверждает, что об освобождении заложников и усовершенствовании минского формата переговоров. Но каковы результаты этих бесед, сказать так и не смогла. А вот лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, Савченко полностью вышла из-под контроля фракции. Я обіцяла людям, вийшовши з в'язниці, що я буду боротися і буду говорити навіть з чортом. Так я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного. І я в них чорта не побачила. Бо якби я хотіла бачити в них чорта, ми б ні про що не могли домовитися. Вона не координує свої дії і свої промови з партією «Батьківщина». І наші позиції тут радикально розходяться. Я вважаю, що Надія Савченко визначила вже самостійно свою долю. Вона створює свій власний політичний проєкт, де вона буде лідером. Нарушение режима тишины на Донбассе сегодня обсудила трехсторонняя контактная группа по скайпу. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучма Дарка Алифер на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, Киев акцентировал внимание
На увеличение количества обстрелов за последнее время в Широкине, Авдеевке, Красногоровке и Станице Луганской. Нарушение режима прекращения огня подтвердила и миссия ОБСЕ. Трехсторонняя контактная группа в очередной раз призвала представителей ОРДЛО разблокировать работу пункта пропуска в Золотом. Сегодня украинская пехота отмечает свой день рождения. В боевых буднях под обстрелами праздник встретили в Авдеевской промзоне. Несколько часов ее накрывали огнем из минометов запрещенного калибра. Днем на позициях было не намного, но все же тише. Материал с передовой. Ирина Баглай. Бежим по 2 человека, дистанция 5-7 метров. Как долго бежать? Смотря сколько. Для когось может быть вся жизнь. Уже на передовой позиции, откуда до противника полсотни метров, узнаем, что это были за взрывы и выстрелы. Противник стрелял из РПГ. Стреляли по сзаду нас, попали в здание. Це був вистріл десь метрів 180-200. Тому дуже близько. Він працює влучно, в нього тут, виходить, там відкрита територія, він дуже влучно б'є нам в стінки. За бочкою обрізною, зверху, теж працює пулеметчик. Вон там у них вон ДОТ в здании. Под мостом у них две позиции. За мостом у них работает артиллерия. Около 100 мин, выпущенных боевиками со стороны Ясиноватской развязки, такой выдалась ночь в Авдеевской промзоне. 19-летний Влад говорит, даже ответить сложно, противник постоянно передвигается. Начали ложить мины 82 и 120. Это продолжалось где-то часа 3, может штук 70. Это все шло... И за моста стреляли, и стреляли чуть-чуть дальше. Вячеславу немногим больше, 21 год. Во время одного из таких обстрелов он чудом выжил. Наемники, атакуя позицию армейцев, попали в дом, где Вячеслав оказался в смертельной ловушке. Начали взрываться БК, я сидел там 4 часа. Все сгорело, телефон, рации. Там. Тогда хлопцы пришли, заходят. Кажу, пацаны, все нормально, не переживайте. Обнимался? Ну, конечно. Что на думке было сейчас? Там... Життя. Командир называет своих бойцов героями, которые каждый день побеждают не только врага, но и свой страх. Им приходится под пулями спасать раненых товарищей. Боевики, зная, что попали, усиливают огонь. Они не прекращают огонь. Вчера у них были поранены, они пустили белый дым. Мы, например, даем это сделать. Розуміємо, что это поранено, и огонь не открываем. Мы же не варвары. Уже почти год боевики используют промзону для провокаций. Наемники приглашают миссию ОБСЕ. Пока наблюдатели едут, открывают огонь и ждут ответного со стороны украинских военных. Но приказ стрелять пехота получает только, если существует угроза для жизни бойцов. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Пока на Донбассе гремят орудия, в домах украинских чиновников мир и покой, ведь деньги любят тишину. Но в НАБУ намерены нарушить эту идиллию и проверить карманы толстосумов. Детективы заинтересовались активами очередных чиновников. В Нацбюро открыли еще 7 уголовных производств по данным, указанных в ЕК-декларациях. 2 из них касаются недостоверной информации в документах нардепов, а остальные – незаконного обогащения 3 судей и 1 замглавы областного совета. К слову, это не первые подобные расследования. Первые дела по отчетам чиновников появились еще в середине ноября. Правда, кто именно попал под прицел детективов, в НАБУ не раскрывают. На сьогодні загальна кількість проваджень, зареєстрованих детективами у бюро за результатами аналізу електронних декларацій, сягнула 10. Досудове розслідування наразі у всіх цих провадженнях триває. Називати конкретні прізвища поки що ми не можемо. А под матрасами и в сейфах украинских судей хранится более 1 000 000 000 гривен кэшем. Рейтинг самых богатых служителей Фемиды составили участники проекта «Просуд». По данным из электронных деклараций за прошлый год, возглавляет топ-10 судья хозяйственного суда Киева Виктория Джарты. Дома у нее более 23 миллионов гривен. Ее коллега Анна Бондаренко, судья этого же суда, хранит 13 миллионов. Чуть меньше 12,5 у председателя Киевского окружного админсуда Олега Басая. Самая минимальная сумма – это 8 миллионов. Десятки богатейших, кроме столичных служителей Фемиды, есть судьи из Харькова, Одессы и Львовской области. Коррупция в высших эшелонах власти вредит Украине больше, чем война на Донбассе.
Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Украину. По ее словам, декларация о доходах чиновников показывает, что впереди еще много работы по борьбе с коррупцией. И добавила, что Литва готова в этом помочь и направить в Украину своих экспертов. Также Грибаускайте пообещала способствовать в получении Киевом безвизового режима. Уже 15 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС, где будут обсуждать безвиз и ратификацию соглашения об ассоциации. Мы постараемся помочь вашей стране в поиске решений относительно безвизового режима. По крайней мере, я надеюсь, что он будет имплементирован в следующем году, и украинцы смогут ездить свободно в Европу. Также мы будем поднимать вопрос об имплементации и ратификации соглашения об ассоциации. Несмотря на то, что возникли некоторые технические проблемы, я думаю, скоро этот вопрос решится. Было достигнуто компромисс между Европейской комиссией, країнами-членами і Європейським парламентом щодо механізму призупинення візового режиму, що відкриває зелене світло, нарешті, ми цього довго чекали, зелене світло щодо надання українцям безвізового режиму право без віз подорожувати країнами Шенгенської зони. Но, похоже, вопрос без виза так быстро не решат. Европарламент рассмотрит его 1 февраля следующего года, а ранее на официальном сайте вопрос стоял на повестке дня 18 января. Почему голосование снова отодвинули, пока неизвестно. В этот четверг Европарламент планирует рассмотреть механизм приостановки без виза для Украины и Грузии. Если его утвердят, украинцы станут на шаг ближе к цели. Далее дело за голосованием в Европарламенте и утверждение в Совете ЕС. Если на всех уровнях украинский безвиз утвердят, он заработает лишь спустя 21 день, то есть не ранее марта 2017-го. Без права свободно жить и работать на территории ЕС. Такие условия ставят Нидерланды украинцам в обмен на ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Проект документа с дополнительными предложениями и подготовило голландское правительство к саммиту лидеров ЕС, который стартует в четверг. Нидерланды – единственная страна, которая тормозит ратификацию соглашения об ассоциации. Весной там провели референдум, на котором голландцы сказали «нет» подписанию документа. Но под давлением Брюсселя премьер-министр Рютте позднее заявил, что Нидерланды все же ратифицируют соглашение при условии дополнительных правок. Совет Европы, скорее всего, согласится на все требования Нидерландов, потому что они хотят ратификации соглашения об ассоциации. Логика Совета Европы такова, что лучше так, чем вообще ничего. Кристин Лагард предстала перед судом в Париже. Ныне директора распорядителя МВФ, а в прошлом министра финансов Франции, обвиняют в служебной халатности. Все подробности узнавала Татьяна Лагунова. 15 судей для Кристин Лагард. Обвинение против директора-распорядителя МВФ рассматривает специальная коллегия, которая занимается делами высокопоставленных французских политиков. Кристин Лагард тоже в зале, несмотря на статус и занятость, она решила присутствовать лично. Она решительно настроена защищать себя шаг за шагом, собирается ответить на вопросы, объясниться и готова доказать, что все обвинения в ее адрес существуют только в воображении следователей. История, которой занимается суд, началась более 20 лет назад. Тогда влиятельный французский бизнесмен Бернар Тапи продал контрольный пакет акций компании «Адидас» одному из государственных банков Франции. А через несколько лет обвинил финучреждение в умышленном занижении стоимости компании и потребовал выплатить ему компенсацию. Судебная тяжба длилась годами, и тут в дело вмешалась Кристин Лагард. В 2008 году она занимала пост министра финансов Франции и решила передать дело в арбитраж. Тапи получил от государства огромную компенсацию, почти 400 миллионов евро. Позже суд пересмотрел это решение, и бизнесмена обязали вернуть деньги. А Лагард обвинили в служебной халатности. Якобы она подыграла магнату и ближайшему стороннику президента Николя Саркози, что привело к незаконной растрате государственных средств. Глава МВФ все обвинения в свой адрес отрицает.
Вердикт судьи вынесут в конце декабря. Если Кристин Лагард признают виновной, ей грозит штраф в размере 15 тысяч евро. И даже тюремное заключение сроком до года. Решение коллегии глава МВФ сможет обжаловать в апелляционном суде. Но вся эта история наверняка отразится и на ее личной карьере, и на репутации Международного валютного фонда. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Маленькие секреты больших корпораций. Людей, рассказавших миру о том, как бизнес уходит от налогов в Люксембурге, судили как предателей. И сегодня там же началось первое апелляционное заседание по делу «LuxLeaks», как его окрестили журналисты. Что же окажется важнее, интересы общества или интересы огромных корпораций? С подробностями София Гордиенко. Скромный бухгалтер аудиторской компании Антуан Дель Тур, для тех, кто пришел его поддержать, герой, но для бывших работодателей, подавших на него в суд, вор и предатель. Как и французский журналист, которому Дель Тур с коллегой передали 30 тысяч документов. А всю эту историю пресса уже назвала «LuxLeaks». Как ваше настроение? Вам есть что сказать? Нет, пока нет. Десятки мировых брендов зарабатывают немалые деньги по всей Европе, но налоги платят в крошечном Люксембурге по спецсхемам через офшоры. В то время как простые предприниматели, например, во Франции отчисляют 33% от прибыли, в Бельгии почти половину, бизнес-монстры в Люксембурге умудряются отдавать всего 3-4%. И называют это элегантным термином «оптимизация». Летом люксембургский суд вынес решение. Информаторы получают год заключения и штраф за разглашение коммерческой тайны. Впрочем, в Европарламенте еще в прошлом году пытались расследовать историю с LuxLeaks. Мы большинством решили создать временную комиссию специально для этого случая. Но она развалилась после того, как под подозрение попал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, бывший премьер-министр Люксембурга. Если вы хотите, чтобы я ушел, без вопросов, я уйду. Юнкер в итоге остался, расследование прекратилось, провалилась и инициатива зеленых в Европарламенте по созданию закона, защищающего тех, кто обличает финансовых махинаторов. Пока во всей этой истории именно активисты и преступники. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Птичек жалко. Возглавит ли национальный парк человек, ничего не знающий о флоре и фауне? Автономия от тепла. Как в Харьковской области от центрального отопления отключили, а автономным не обеспечили. Брюки цвета шоколада. Что рассорило британского премьера и бывшего министра? В столице прямо из зала суда сбежал особо опасный преступник Василий Стрижко. Он проходит по статье «Убийство». Как это произошло и каким образом охрана упустила подсудимого, пока неизвестно. В МВД ничего не комментируют, но активисты сообщают, сбежавший может представляться по фамилиям Томеску или Скакун. Во Львовской области рейсовый автобус влетел в прицеп грузовика. В результате 2 человека погибли, еще 5 получили травмы. Их отправили в больницу. Авария произошла на трассе Броды-Радехов вчера поздно вечером. Участок дороги, где случилось ДТП, не освещается, поэтому водитель автобуса вполне мог не заметить грузовик с прицепом, который занимал буквально всю полосу движения. Наразі правоохоронці встановлюють, чому водій автобусу не помітив причіп, чи були ввімкнені габарити. Количество погибших после теракта в Стамбуле возросло до 44 человек, 36 из которых полицейские. В стране объявлен национальный траур. Напомню, что ответственность за подрывы взяла на себя одна из курдских группировок. Чем ответила Анкара? Подробности в материале наших корреспондентов. Жертв террористической атаки хоронят в закрытых гробах с национальным флагом. Родственники с фотографиями погибших не могут сдержать свои эмоции. На траурную церемонию прибыл и президент Турции Реджеп Эрдоган. В стране сегодня объявили национальный траур. Не менее 44 человек погибли, 36 полицейских и 8 гражданских. Первоначальные предположения, что ко всему может быть причастна ИГИЛ, так и не подтвердились. Ответственность за теракт взяло на себя одно из ответвлений курдской рабочей партии «Соколы свободы Курдистана».
Эти кадры облетели весь мир. Взрывное устройство сработало в субботу вечером в стамбульском районе Бешикташ. В тот день там проходил футбольный матч. По сообщениям турецких властей, одну бомбу привел в действие смертник, а позже заминированный автомобиль протаранил полицейский автобус. Я зашел в кафе буквально за 5 минут до теракта и услышал 2 взрыва. Они были такой силы, что в мечети поблизости повылетали окна. По инициативе Украины члены Совбеза ООН обсудили ситуацию в Турции. В итоговой резолюции теракты назвали мерзкими и трусливыми. С заявлением выступила и канцлер Германии Ангела Меркель. Я соболезную президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Это трагедия, особенно для тех, кто работает в полиции и поддерживает безопасность. Для расследования атаки необходимо предпринять все возможные меры. Полиция задержала десятки людей по всей стране по подозрению в связях с Курдской рабочей партией. Тем временем турецкие ВВС совершили вылеты на позиции, где могут скрываться члены этой организации. Сообщается, что во время бомбардировок якобы погибли 18 функционеров террористической группировки. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Неожиданное осложнение в Сирии. Отряды ИГИЛ внезапно атаковали Пальмиру и захватили ее. Сирийская армия отброшена, а Россия обвиняет в нападении города Шам. Что значит эта победа для джихадистов и к чему может привести, рассказывает Сергей Ослендер. В последнее время на Ближнем Востоке внимание всего мира было приковано к 2 сражениям. Это битва за Алеппо, оплот сирийских повстанцев на севере страны, который штурмовали и уже практически захватили сирийские правительственные части при поддержке российских ВВС, и осада Мосула, которую ведет иракская армия при помощи курдских отрядов и авиации международной коалиции. Так вот, увлеченные успешным сражением за Алеппо, сирийские правительственные войска буквально проспали наступление отрядов халифата. Те неожиданно атаковали позиции этих войск возле города Пальмиры и после упорных боев овладели. И многие аналитики полагают, что джихадисты очень расчетливо выбрали место наступления, там, где было меньше всего сирийских войск. Они сейчас практически все стянуты к Алеппо. Но, впрочем, эксперты склонны считать эту победу скорее символической. Символика здесь действительно велика, поскольку год назад Россия устроила там концерт, показав тем самым, что она фактически имеет серьезное присутствие на Ближнем Востоке. Этот процесс затянулся. И я считаю, что здесь действительно цель не столько стратегическая, сколько чисто символическая. Пальмира была захвачена террористами в мае прошлого года. За то время, пока они там хозяйничали, боевики устроили настоящий террор, казнили множество мирных жителей и систематически разрушали архитектурные памятники, в том числе еще и древнеримской эпохи. Пальмира, я напомню, это архитектурное наследие ЮНЕСКО. В марте этого года сирийские правительственные войска при активной поддержке российской авиации перешли в наступление и освободили город. Это было объявлено исторической победой, практически переломом в войне с исламским государством. Россия даже учредила по этому поводу специальную медаль за освобождение Пальмиры и заявила, что ее специалисты теперь займутся восстановлением разрушенных памятников. Но, судя по всему, восстановление это придется пока отложить на неопределенное время. Пока же из Пальмиры массово бегут местные жители, опасаясь репрессий со стороны боевиков ИГИЛ. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Израиль намерен договориться с Трампом об отмене исторического ядерного соглашения с Ираном. Как заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, ему известно как минимум 5 вариантов расторжения этой сделки. Договоренность с Ираном давно критикует и Дональд Трамп. В Тегеране уже заявили, что не позволят разорвать соглашение, которое в прошлом году подписали 6 стран с Ираном. Договоренность предусматривает отказ Тегерана от разработок ядерного оружия. Запад взамен снимает санкции. За постепенную отмену санкций против России выступил вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленнер. Правда, при условии прогресса в реализации Минских соглашений. Кроме того, чиновник считает, что нельзя ужесточать санкции против России и продлевать их на следующие полгода. Этот вопрос, напомню, как раз собираются обсуждать на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который запланирован на 15 декабря.
Более чем 4 раза сократился торговый оборот Украины с Россией с 36% до 8%. И это за 2 последних года. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, открывая украинско-литовский бизнес-форум. По его словам, Россия устроила экономическую блокаду, пытаясь перекрыть транзит в Казахстан, Китай и страны Средней Азии. Но, как заверил президент, в таких условиях удалось не только выжить, но и обеспечить экономический рост. Падіння валового внутрішнього продукту, в тому числі і пов'язаного з війною, хоча ВВП падав починаючи з 2012 року, 14 кварталів поспіль. В 2016 році ми зламали цю тенденцію і відновили зростання ВВП. І на сьогоднішній день будемо мати 2% зростання ВВП. Без отопления, в декабре, да еще и в канун сильных морозов. Так живут жители 3 многоэтажек в поселке Васищево под Харьковом. Люди обогреваются чем могут, но даже при этом температура в квартирах не поднимается выше 10 градусов тепла. Кто виноват и когда обещают тепло в домах, выясняла Светлана Шакера. Все течет. От сырости в квартире Валентины Ивановны вода буквально течет по стенам. В шкафу плесень. Всю одежду и постельное белье женщине приходится сушить на балконе. Видите, подушки заплеснены. Это одеяло пуховое. Оно уже оно не годится. Дом, в котором живет пенсионерка, и 2 соседних здания еще весной решили перевести с централизованного отопления на автономное. Было собрание, глава наш сказал, что будет газ столько-то стоить. Мы предлагаем вам автономное отопление, оно будет вам дешевле. Но, как видите, декабрь месяц, и у нас оно не подключается, и неизвестно, когда будет. Люди греются с помощью электрообогревателей, не выключают газовые горелки, но это все равно не спасает. В квартирах, как в сырых подвалах. Тут все зацвело, покоробилось. Книги в шкафу цвелью покрываются. Дети постоянно на больничных, кашель, непонятные симптомы, слабость, температура и так далее. И так в 55 квартирах. Каждая из семей уже выложила до 30 тысяч гривен за газовые котлы и внутренние коммуникации. Теперь ждут, когда же фирма-подрядчик закончит наружные работы. Старая система не была рассчитана на ту пропускную способность, которая необходима для установки индивидуального отопления в каждой квартире. То есть весь обводной газопровод по дому был заменен. Кроме того, есть проблемы с документацией, сетуют газовщики. Как только заказчик, селищная рада, передаст в наше предприятие полный пакет документов, как только будут выполнены непосредственно работы, мы сможем включить людей. В поселковом совете разводят руками. У них все идет по плану. А виновны сами люди. Дескать, слишком поздно дали согласие на установку автономного отопления. Проекты, согласования. Мы только 16 сентября было принято решение сессии. Работа не тормозится, работа идет. А вы возьмите и пройдите путь от проектирования и до подключения газа. И тогда скажете. Это и так быстро. Подключить отопление обещают лишь к Новому году. Вот только как пережить эти 2,5 недели с учетом надвигающихся морозов, люди не знают. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. В Одесской области продолжают собирать подписи под обращением к Верховной Раде рассмотреть законопроекты, подготовленные оппозиционным блоком. Его пакет разработали еще 2 года назад, но парламентская коалиция все время блокирует обсуждение документов. А сейчас их актуальность, говорят оппозиционеры, очевидна как никогда. Речь идет о снижении коммунальных тарифов, повышении зарплаты пенсий, принятии срочных мер для возрождения экономики. Свои подписи под обращением по всей Украине поставили уже десятки тысяч человек. Акция продлится до 25 декабря, после чего подписанные листы нардепы-оппозиционеры передадут в парламент и Кабмин. Люди просто не в состоянии выдерживать, поэтому мы будем требовать, чтобы в бюджете 2017 нынешняя власть однозначно учла требования людей. Если этого не будет, то оппозиционный блок никогда за такой бюджет не проголосует. Единственным выходом тогда из создавшейся ситуации являются досрочные выборы с тем, чтобы эта власть ушла.
Возглавить национальный парк Тузловские лиманы в Одесской области может человек, который знать не знает, что такое экосистема. Но тем не менее выиграл конкурс. В соцсети появилось видео, как проходил собеседование в Минэкологии Виталий Чакир. Не ответив практически ни на один вопрос членов конкурсной комиссии, он по какой-то причине все-таки стал победителем. Возможно, у других претендентов знания были еще хуже. А может, причина в ином. Фрагмент беседы с кандидатом Чакиром предлагаем вам послушать самим. Які представники ихтіофауни мешкають в національному парку Тузловські лимани? Назвіть мінімум 5 видів. Ихтіофауна. Риба. Будьте добрі, дальше вопрос. Наступне питання. Які екосистеми парку є найвразливішими стосовно антропогенного впливу? Дальше, пожалуйста. Наступне питання. Що таке екосистема? Дальше, пожалуйста. Я по спеціальності менеджер-економіст. Відповідь така, що, по-моєму, вже подальші запитання можна не ставити. В пресс-службе министерства объяснили, решение комиссии носит рекомендательный характер, и прежде чем победитель конкурса будет назначен на должность директора нацпарка, он еще должен пройти проверку в Нацагентстве противодействия коррупции. 120 килограммов янтаря изъяли ривненские таможенники на посту Костополь. Интересно, что камень не вывозили из Украины, а наоборот, пытались завести из Литвы. И на первый взгляд оформлено все было практически законно. Директор одного из предприятий подал таможенную декларацию на партию необработанного янтаря. Приложил все необходимые документы, таможенники готовы были дать добро, но потом все же решили провести проверку. И обнаружили странную маркировку на мешках, которая не совпадала с таможенными документами. В результате янтарь изъяли, а предприниматель должен будет заплатить штраф 100% стоимости товара. В Закарпатье пограничники задержали машину, буквально нашпигованную сигаретами. За рулем был украинец, который пытался пересечь границу в пункте пропуска «Вилок». Он ехал по зеленому коридору, заявив, что у него нет товара для декларирования. Но таможенники все же решили провести проверку. Сигареты, почти 2000 пачек, были спрятаны в колесах запаски и специальных тайниках в салоне. Часть с украинскими акцизными марками, часть с поддельными. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль та цигарки вилучені. Загальна вартість цигарок і автомобіля становить майже 230 тисяч гривень. В Румынии на парламентских выборах лидируют социал-демократы. Они заручились наибольшей поддержкой, набрали почти 45% голосов. Левые, среди прочего, обещали избирателям увеличить зарплату и урезать налоги. Их лидер уверял во время предвыборной кампании, его партия осуществит обещанное. Но результат на выборах не позволяет им самостоятельно сформировать правительство. Не исключено, что им придется создать коалицию со своим давним союзником, альянсом либералов и демократов за Европу. Модный приговор. Кожаные штаны британского премьера Терезы Мэй оказались в центре скандала. Почему даже коллеги по партии не упустили возможности упрекнуть лидера в неуместном выборе одежды и какой оказалась расплата за критику в адрес премьера, расскажет наш британский субкор Светлана Чернецкая. Брюки по цене минимальной зарплаты. Тереза Мэй оказалась в центре скандала после фотосессии для газеты Sunday Times. Показывая, как она обустроилась в резиденции на Даунинг-стрит 10, премьер позирует в кожаных брюках цвета горький шоколад почти за 1000 фунтов. Это работа британского дизайнера Аманды Уэйкли. Насколько уместна такая роскошь, задумались не только простые британцы, но и коллеги по правящей консервативной партии. Дескать, в стране экономический упадок, к тому же, вступая в должность, премьер обещала заботиться в первую очередь о бедных и незащищенных. Правительство, которое я возглавлю, будет решать вопросы не группы привилегированных и богатых, а прежде всего думать о проблемах простых граждан.
Публично пристыдить премьера не побоялась бывший министр образования Ники Морган, за что тут же поплатилась. После заявления, что она никогда не позволяла себе такие расходы на гардероб, Морган оказалась в черном списке. Послезавтра у экс-министра и депутата Морган была запланирована встреча с премьером. Вместе с другими коллегами должны были обсуждать Брекзит. Но после столь критических комментариев ее приглашение отозвали. Женские разборки на модную тему продолжились после еще одной фотографии. Журналисты рассмотрели, что сама Ники Морган часто позирует с супердорогой сумкой известного бренда Mulberry, которая не дешевле тех же брюк премьера. Нападки Морган на главу правительства теперь воспринимают как язвительность обиженной женщины, которую Тереза Мэй уволила с должности, став премьером. К слову, глава кабинета неоднократно подвергалась критике за необычный вкус в одежде. Особенно часто внимание журналистов привлекает ее обувь и чрезмерная любовь к леопардовому принту. Сама Тереза Мэй не раз заявляла, что предпочитает одеваться комфортно и вместе с тем считает это возможностью выразить себя. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Голливудский актер Алек Болдуин получил награду за Трампа. Во Франции продали останки динозавра за рекордную сумму. И почему для японцев 2016 год стал золотым? Об этом и не только в нашем обзоре. Свыше миллиона евро за скелет динозавра. Во французском Лионе с молотка ушли останки аллозавра, вымершего 135 миллионов лет назад. Их обнаружили в 2013-м на западе США. Это один из наиболее уцелевших скелетов доисторических животных. Сохранился на 75%. Животное было 7,5 метров в длину и 2,5 в высоту. Имя покупателя не разглашают. Известно только, что приобрел исторические останки гражданин Франции. В Малайзии, в окрестностях Куала-Лумпур, местные жители наперегонки карабкались по 6-метровому брусу. При этом деревянный шест предварительно смазали сливочным маслом. Победителя на самой верхушке ожидали призы – предметы одежды или деньги. Народную забаву устраивают ежегодно в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Таким образом, состязаются между собой местные парни. Уверяют, главное – весело провести время. Голливудский актер Алек Болдуин получил награду кинокритиков за пародию на победителя президентских выборов США Дональда Трампа. Как приглашенный актер комедийного сериала, он принимал участие в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Пародия сразу же стала культовой. А вот Трамп недоволен пародиями на него в исполнении Болдуина. Уверяет, что не видел ничего хуже. Актер же пообещал прекратить пародировать Трампа, как только тот предоставит свою налоговую декларацию. В Японии назвали символ 2016-го. Им стал иероглиф «кин», обозначающий золото. Такой выбор жителей связывают с повышением зарплат и надеждами на олимпийское золото. В 2020 году игры пройдут в Токио. Золотой иероглиф вывел буддийский монах в киотском храме чистой воды. Он до последней минуты 31 декабря будет выставлен на всеобщее обозрение в главном здании храма. Затем его поместят в музей, в котором хранятся подобные листы за прошлые годы. К слову, 2015 год японцы назвали мирным. Номинантов премии «Золотой глобус» объявили в Лос-Анджелесе. Торжественная церемония вручения престижной награды запланирована на 8 января. Больше всего 7 номинаций у романтического фильма «Ла-Ла Ленд», 6 у драмы «Лунный свет». Премия «Золотой глобус» учреждена в 1944 году. Традиционно ее вручают в январе. 74-ю церемонию награждения проведет американский комик Джимми Фэллон. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи!